Ну что ж, в Карабахе продолжаются бои. И начать сегодняшнюю нашу встречу я хотел бы вот с какого сообщения, довольно-таки очень важного сообщения. Многих из вас, людей бывалых, знающих, унесет это сообщение в далекие 90-е годы, когда на территории Азербайджана вместе с Азербайджаном против армян выступали также банды всяких разных исламских фундаменталистов и так далее и тому подобное. Внимание, зачитываю, кто в числе Азербайджана, Турции, Пакистана, Афганистана и туркоманов Сирии оказался сочувствующим. Зачитываю. С именем Аллаха, милостивого и милосердного. На протяжении 30 лет Азербайджанская республика пытается восстановить целостность своего государства. Несмотря на позицию международного сообщества, возвращение оккупированных территорий Нагорного Карабаха не сдвигалось с мертвой точки. Азербайджанский народ устал ждать. В соответствии с международной конвенцией Азербайджан начал деоккупацию своей территории. Парламент Чеченской Республики Ичкерия поддерживает братский азербайджанский народ и желает скорейшего восстановления целостности Азербайджанской Республики. Пресс-служба парламента Чеченской Республики Ичкерия. То есть это те самые бандиты, которые нынче проживают на Западе, и те самые басаевцы и прочие, которые выступали вместе с Азербайджаном против армян, а затем уже всей своей аравой отправились на Северный Кавказ аж в две чеченские кампании, где полегло очень довольно-таки много людей, как со стороны всей России, всех национальностей, так и со стороны чеченцев. Это так, между строк. На сегодня мы знаем, что уже не только Запад и арабские СМИ и разведка подтвердила участие тысяч всяких наемников, исламистов, туркоманов и прочих на стороне Азербайджана, но и России, о чем говорит сегодняшнее выступление господина Нарышкина. Но встреча наша сегодняшняя не об этом. Сегодня мы поговорим о другом. Хотелось бы обратить внимание на некоторые вещи, на которые мы все время закрывали глаза. Тем не менее, те, что часто смотрели «Антитопор», знают, что кое о чем я предупреждал и на что сейчас нужно обратить особое внимание. Так сказать, небольшие недочеты, которые не мешало бы исправить, чтобы недочеты эти не вышли боком, нам же боком. И как вы поняли, обращаюсь я сейчас конкретно к армянам. Лично у меня нет сомнения, что победа будет за нами. Жаль только, что в эти дни погибают люди. Неважно, молодые, старые, мужчины или женщины, нам дорога жизнь каждого армянина, и каждая жизнь у нас на счету. Но сейчас об ошибках наших, о чем практически мало кто говорит. Так вот они, неуважаемые носители армянских клеток. Сейчас я обращаюсь к вам. Не армяне, а всего лишь носители этих самых клеток, я подчеркну. Пытаясь как можно больше согреть свой зад, вы сделали громкие заявления на тему того, что в Армении прозападное правительство с соросятами на борту и так далее и тому подобное. На самом деле нет ни одного факта подтверждения всему этому. Но волну муссирования подобных слухов подняли именно вы и никто другой. Ни Петровы, ни Мамедовы, ни Джонсоны, ни Кукаренко. Только вы клеточные. И продолжаете это делать.
чем и воспользовался азербайджанский диктатор, ссылаясь постоянно на Сороса во всех своих интервью, зная, куда бить, разговаривая с Россией. Вы и только вы дали ему этот карт-бланш. Между тем, нет никаких доказательств, учитывая, что Пашинян с Соросом никогда не встречался. Чего не скажешь об азербайджанском диктаторе. Что за новое правительство? Какое оно? Прозападное, пророссийское или же это проармянское? Если оно проармянское, то что это значит? Честно говоря, я удивлена, что до сих пор этот вопрос существует и звучит. На самом деле, на протяжении всего движения глава оппозиции, мой супруг Никол Пашинян, неоднократно подчеркивал, что это движение не имеет никакой связи ни с Западом, ни с Россией и никем не направляется. Я понимаю, что очень часто народ не верит тому, что говорят политики. Но поскольку вы адресовали этот вопрос мне и ждете моего ответа, то я ничего не могу добавить, кроме того, чтобы призвать вас поверить словам Никола Пашиняна. И я лишь снова повторю то, что говорил мой муж, что это движение, событие и это правительство исключительно проармянское, имеет армянские корни и представляет интересы армян и Армении. Огромная ошибка была отзыв посла Армении. Это как второй пункт. Я говорю об ошибках. Итак, отзыв посла Армении из Израиля. Пусть даже для консультации. На самом деле посол только 2 недели как пробыл на своем месте, еще не успел толком ни с кем познакомиться, а его уже отзывают для консультации. Он сейчас нужен там, в Израиле, а не в Армении. Именно сейчас, когда израильское руководство потворствует Азербайджану, а значит Турции, сирийским и пакистанским бандам. Кстати, странам, у которых глаза кровью наливаются при одном только упоминании об Израиле. Больше скажу, в Пакистан невозможно попасть при отметках только 2 стран – Израиля и Армении. Это единственные 2 страны, которые не признал Пакистан. Но это так, между прочим. А вот посла отвлекать не нужно было. И вообще, скажу честно, это, конечно, не мое дело, господина Самбатяна назначать послом в Израиле, ну, наверное, мягко говоря, не совсем правильно, учитывая, что он не только посол, но и музыкант, хоть и в ранге чрезвычайного и полномочного посла, но он все-таки музыкант. Самбатян чувствовал бы себя в своей тарелке послом где-нибудь там в Австрии, например, в Швейцарии, нежели в Израиле, учитывая, что это первое посольство Армении в Израиле, и мы знаем, что за последние 30 лет с Израилем успешно работал Азербайджан, и он имеет там свои устоявшиеся связи и в экономической, и в военной сферах. Туда Армении нужно посылать не музыканта, а прожженного дипломата, прошедшего огонь, воду и медные трубы. Но это так. Мое мнение, к нему можно прислушиваться, можно не прислушиваться. Всего лишь замечание. Также нужно быть аккуратнее со всеми нашими союзниками, друзьями, со всеми, кого мы любим и доверяем. Объясняю почему. Безусловно, в России одна из крупнейших армянских общин. И это не просто община, а в некоторых краях и областях армяне проживают компактно, причем истори. Связь России и Армении настолько глубока, что азербайджанской стороне не снилось, начиная от древнерусских летописей, кончая величайшими генералами и маршалами, министрами, парламентариями Российской империи, да и современной России. Но последние 100 лет с возникновением Азербайджана, который родился
с помощью России в том числе, это государство является также зоной влияния России. А после парадов независимости, так и вовсе в Азербайджане остались с ней все ее недра, которые достаются не народу Азербайджана, а отдельным кланам и тем, кто пляшет под дудочку этих кланов. Есть такие в России. Я их имена часто приводил. Это Марков, Короченко, Барабанов, Строкань. Ну да ладно, их подноготную я уже рассказывал в предыдущих выпусках. В открытых источниках есть их сомнительное прошлое. Можете поинтересоваться сами. В той же Википедии, например. Куда опасен нам, армянам, другой враг, другой товарищ, а именно гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Полагаю, что вот как раз с ним нужно осторожничать. Подумайте сами, почему. Я вам подкинул продукт, а вы попробуйте разжевать. К тому же давно известны его связи и сделки с Баку. Да и вообще личность тоже сомнительным прошлым. Вот, к примеру, тот же молодой Рогозин в бурных 90-х. Узнаете? А теперь этот человек нам союзник, имеет прямое отношение к российской армии и коммерческим поставкам сотрудничества с Азербайджаном. Три в одном. Подумайте. Секретную информацию стукачей и прочих тайных переговоров никто не отменял. Они всегда были и есть актуальны. Последнее. Мне нравится, что большая часть журналистской братьев в России и других странах все же проармянские настроены, и они тщательнейшим образом изучили суть конфликта, анализ и происходящее в настоящее время. Об участии боевиков, пантюркистов, исламистов первыми заявили сначала арабские СМИ, а затем ведущие западные СМИ. И российские только вот недавно подключились. Причем замечу, что самыми первыми были СМИ Сирии. Хорошо помню, что за два дня до начала войны в Карабахе, 25 сентября, я увидел видеозапись сирийских бандитов, направлявшихся в Азербайджан помогать им отвоевывать Карабах. Мне уже тогда показалось странным, что сирийские боевики говорят на арабском, но не на сирийском диалекте арабского. Их диалект больше походил на арабский Ирака. Для тех, кто не знает, почти в каждой арабской стране есть диалекты. И наиболее крупные – это Халиджия, Магрибия, Сахель, Любнания, Мсрия и прочие. И я написал за два дня до войны, что это, скорее всего, туркоманы, живущие вдоль границы с Ираком. То есть вовсе не арабы. И я был прав, так что пантюркизм никто не отменял, и это опасно. Сегодня Армения одна, пока одна, противостоит всей этой нечисти. Нашему Минобороне необходимо все больше акцентировать внимание на эту нечисть. И каждый раз в случае столкновения с ними собирайте как можно больше доказательств об их участии. Это очень важно, это крайне важно. Это перевернет всю суть войны. А их там действительно мрак. Победа будет за нами.